Что там будет опять интересного показываем? О. Слава ебашит башню. А шо Катрисю не сманули? А ты, блядь, недостоин лететь, сам понял? А меня, блядь, приглашали в группу 4 минуты, когда я плюсанул. Ну, блядь, я говорю, недостоин. Ну, это, блядь, Слава недостоин. Может быть, ты? А может быть, ты? Вот ты? Может быть, все-таки ты? Не, давай ты. Давай я на следующий раз ты. Хорошо. Надо похилить воин гульдей или подамажить? Понял.
Слава, садись ко мне, будешь собирать колчудан. Что все башни рушим? Что я слева ломаю? Башню слева ломаю. Всем привет. Здорово. Шалом. Захожу потихоньку к вам тоже.
Я в льду схопала, схожу, можно? Опа, напала. Кстати, много уже народу. Катрисия, будешь моим водителем. 100 рублей вперед. Ну, кстати, почти фул. В конце рейда отдам за проезд. Опа. Ну что, будет ГЦ почти фул. Сейчас. Обычно на саму захожу. Обычно на ульде меньше людей. Просто там бонус обещали, вот и зашли все. А, меркантильные твари, я понял. Да не факт. Только ради бонуса и заходят. Понятно, понятно, короче. А ты что, не такой? Я нет. Я вообще-то проебал всего две ульды только. Но. Тогда за прохождение рейда ЕП не получишь. Тогда за прохождение рейда его ЕП отдаются мне. Нихуя себе! Не-не-не, так не работает. А значит, и меркантильный тогда. Ну, получается так, ладно, хорошо. Переиграл. Не, ну так-то я... Слока нету. У нас лука нет. Я так-то прихожу не ради бонуса, а ради ЕП, которого дают здесь, понимаешь? No, man. Ну, все равно, видишь, ради валюты же приходишь. Ну, так не ради бонуса. Ну, какая разница? Но мы-то за бонус говорили, правильно? Ну, а для них, значит, это бонус. А, считают, ну, все, а ЕП понятно. не считают. А у тебя, видишь, наоборот. Ну как еще какой толк? Ну ебать, 1600 и 1600 ЕП на халяву тоже получить, как бы, ну тоже толк нихуя себе. На Правильно, халяву, это если правильно. ты проседал в Долоране, тебе дали ЕП. А здесь не на халяву. Ну в смысле? Ну ульда это же вообще халявный рейд, не? Ну, знаешь, если идти в 10 человек, ты нихуя не халявный рейд. Ну блядь. Ну смотри, так-то у нас почти фул, смотри, нахуй. Я водитель разрушителя. Нихуя, там так-то с Алгалона охуенные ботинки хастовые падают. Я как бы с НРБК до сих пор он хожу с ботинками. Вы еще учуга не брели? Четыре разрушителя не починились. Так, что надо делать здесь? Рассказывайте ему. Ой, дайте я просто покидаю колчуданы. Низкое место. Найс. Nice. А ты у кого в машине? Спрашиваешь, что делать? Ни у кого пока что. Я тут только на мотоциклах катался. Катрисия, мы с тобой. Услышал. О, Войт, я буду с тобой. Не, Мардаун, давай это самое, я с тобой, потому что я вообще не ебу, что делать. Ой, тогда садись, трофей на одну машину. Сел? А, тут же, нет, тут твой дух хочет. Ты на чем? На трофейном садном, да? Чё, ну вот я на этом, нахуй. Ты в квадрате? Ну вот, на здоровой машине. Просто едешь за боссом,
Если он выбрал тебя в цель, ты просто от него как на красном слизняке уезжаешь. Если не ты цель, то просто бежи, едешь за ним, просто в жопу ему стреляешь. Когда он типа кастует огромную такую хуйню, там прям вот увидишь прям. Ты просто берешь и ему в жопу этот электрошокер. Кажется, кнопочка 2 должна быть. Друзья, колчедан. Нажми его скоро. Подъехал колчедан, но я тебе не могу достать. А че вы на починку не заехали? Заехали. Далеко не все. Колчедан быстрее. Ну пизда стакина. Зози, колчедан. Тут еще рага. Сбивайте вверху, вверху сбивайте колчедан. Так лежит, да хуя не собираю. Еще собирай. Он вроде меня в цель выбрал. Собирай. Когда видишь 25%, надо собирать. No stress. Еда и толчеданом стреляем. И как... Ага, вот. А, и все, это босс, блядь, весь? В обычке он легкий, да? Да он и это... В жопу шокер ему. Все, он в геле легкий. Да он в геле легкий, там просто веселуха будет. В жопу, ладно, блядь. Ну там просто, знаете, ты в жопу даешь ему шокером, у него каз прерывается. И сейчас там жопу шокером дают. Да какая-то скотина. Как часто ты скотина? Я, ну, судя по всему, часто. Знаешь, типа этот, детектор лжи. Типа, вопросы будут легкие, да, легкие также. Если бы выбрали 4 нигеров или 4 белых качков, что бы выбрали бы? Конечно, 4 нигеров, нахуй, нихуя себе, блядь. Вопрос такой тупой, конечно. Какие строители хорошие, какая работа мощная. Ну, так на натуре. Они же вообще в Египте, блядь, так охуенно, блядь, работали. Где? Пиздец, блядь. Ну, в смысле, в Египте, типа, очень большинство, типа, рабов, это негры были. Конечно, типа... дальше Египет, потому что был это, как его, то ли немецкая, то ли английская колония. Во время фараонов, там, все, во время всей этой хуйни, блядь, негры вообще только так, нахуй, пахали. Ну так родина их что является? Родина их является как бы, ну не совсем Египет, там немножко по-другому, они же... Хотя еще не факт, что эти самые, как они называются-то? Египтяне сами не были неграми. Нет, ну типа родина считается Африка, блядь, но то, что типа негров, ну негры были рабами в Египте, их было очень много, это факт. Да. А, я придумал вопрос для детектора лжи. Как часто вам врут очко? Кого-кого? Как часто вам, блядь, ты даешь? Нет, как часто тебе врут очко? Блядь, почему тебя этот вопрос волнует, можно узнать? Ну вот, вопрос для детектора, это детектора лжи. Блядь. У меня была какая-то лавовая бомба, думал, ее надо выносить, а на самом деле никуда не произошло. Да, блядь, не хитят нихуя. Бля, по-моему, Ульдуар вообще, вот из всех рейдов, он самый красивый, блядь, на внешний вид. Прям как ты, зайчик мой. Ну, спасибо, К-300 тоже красивый. Ты сюда и по RPG-ку БР, пожалуйста. А, благодарность. Как ты умудрился сдохнуть? А, вот это уже, как говорится, другая история. Смерть. Да, известная история. Лавовая бомба. Да, длинный люблю купать. Я помыться не успел. Лавовая бомба. Лавовая бимба? Чисто 4 стака, нахуй. Постоял. Я помыться не успел, я поэтому побежал купаться дальше. Кто лавовая бимба плюс чё? Maybe Kero? Или не подсадим ее? Где там места есть, заходить?
Подожди, да, мы еще last slot в льду, Инксос. Прикинь, last slot в льду, блядь. Пиздец, нахуй. Ну, блядь. Я в шоке. Костя, уступишь слот? Нихуя себе! Вы чё, парни? Уступлю, иди. Ебать, это что-то слишком как-то. Я во вторую схожу. Походу люди очнулись, просто вспомнили, что мы этот самый, как он. Замена появилась в льду. ОЕП. Да. А почему все? Потому что людей набрали новых, вот и все. Иди, иди, я во вторую схожу. Давай. Слышишь, слышишь, Костя, мы только вчера говорили, что за ульду 1600 ЕП дают, нахуй люди походу проснулись. Ну-ка, это самое, не пали контору. Я это с самого начала знал. Не, ЕП это классно. Сколько оп дают 600 ЕП? Чуешь, да, чем пахнет? Тогда, тогда. Ульда по ЕП вообще самый выгодный рейд. Ну, не считая гер, целка гер. Ну, это целка, там тебя не возьмут, не вся возьмут, конечно, тебя. Пока все целка, что были, я был во всех. Я тебе так скажу, в ульде больше епшки ты получаешь даже, чем 25 хм. А сколько, подожди, сколько за целка гер дает? 1500. А, на 100 еп больше, чуть-чуть. Слава, да? Слава, ставь нахуй ульдары во все дни, нахуй. Боюсь, тебе этих твинов не хватит. Хватит. Будем, это будет мотивация делать еще твинов. Подождите, пока не заходите никуда в институт. С Джайной, конечно, будет больше. Не, ну с Жанкой это понятно, но мы же без Жанки пока. Ну да. Да. А так это... полторушка выходит за фулл 25 хм. Нихуя себе, места есть. Пиздец, блядь. Лока нету, не смотрел. Будто собираем и все это. Так сразу вторую, да, ебашим? Походу, да, слушай. Слава, дай мне пати, пожалуйста. Да нихуя, он стоит, блядь, в субботу. Может, 26. Что еще раз? Ты уже 26-й. Пиздец, сиди нахуй. Да вон вторая будет, блять. Вы сейчас все в первую пойдете нахуй, а в итоге на вторую никого не будет. Ну я ж не просто так. Слава, я как ты был на цепи. Рубал хозяйские харчи. Ой, вот, кстати, плечи прикольные. Я бы таки на трансмут забрал бы. Все, заходите. Бля, плечи реально надо танцмут прикольный, нахуй. Прикольный, ну. Чай с ромашкой то, что надо. А чай с какашкой? Ну, только с твоей. I know, Билл. Я себе, блядь, уебал, помню. Катрися, давай жестко фриковать. Например. Если по жопу не встанете к боссу, так фриканете, отвечаю вам. Например, как Мордаунд. Как Мордаунд. Ты хочешь, чтобы я начал фриковать? Поверь, тебе не понравится. Много фрикует, не надо. Если я начну прям всерьез фриковать, блядь, вы тут все плакать будете. Не, тогда про детей хватило, блядь, не надо, нахуй. Все что угодно, но не про детей, блядь. Дети вечно, дети. Да он там давил каких-то детей. Можно, конечно, шутить про непрививочных детей, блядь, но тоже как бы... Ладно, расчехляйте свои. Сейчас на этом пи-пи-пи. Стан дайте ему. Блядь, да что ж такое-то? Стан дайте ему, когда он каз делает. А ты что, не можешь дать стан? Ты же вар. У меня нет стана, я вар. У меня нет стана. Ударная волна. Стан ему. Я вар. Там уже ГГД нахуй на стан. Вы что там сделали с мобом? Да. У тебя есть стан, не пизди, у тебя есть чардж. ГГД, блядь, у тебя чардж станет, братуха. Все, я понял, блядь, пизда.
Знаешь, как он хдшит 35 секунд? Ну, еще один раз можно дать. Чардж 30 секунд, блядь? Ты чё? Да. Перехват еще вроде станет. Ой, я не прот, я фурик. Да там в берсерке стойки какой-то тоже чардж есть. Блять, вы слышите, что я говорю вам? Я фурик. Ну, ну и чё, в оружии есть чардж, ты... в берсерке есть чардж. Рассказываю для людей, которые не играют на варах, рывок фурика не используется в бою. Он не может использовать в бою. Чего? А, кстати, да. Только рывок не использует. Рывки. Да, и то, и другое. Вот ты стоишь, ждешь, он начинает каст, и сначала тот, который не может, боится. Бомба отвешивать. Да, он не на всех. У нас два мага. У нас есть, кто у нас? 4 друида. Стандарт. У нас паладин есть. Сколько раз? 2 паладина. Да, друиду надо форму менять, потом ждать ГКД, а потом только станет. Попробуем. Да. Ну или КП набивать. Ну, стан же есть, есть все. Найс. Nice. Ну и у тебя тоже по факту есть. Раз 30 есть, секунд. Ты его не жмешь. Есть раз 30 же. Секунд жму. Ну есть, а ты не жмешь. Так, что это? Все. Раз нажал, все, можно дальше увеситься. Че, Войт, сколько у тебя осколков на волоне уже? Нихуя ты, блядь. Пиздит. Да я ему подарил. Да понятно, что пиздит, что Троцкий нахуй, ну что поделать. 17. Подлетаю. А чему, вы два танка, что ли, будем это проходить дело? А вы на ком? А, 17. Понял. Это 200 ЕП за два босса? Ты так это будет сегодня? Еще плюсую. Я вах. Все, я тут на коне. Я в субботу пойду, Слава. Ну, у вас просто есть танк, зачем я нужен еще? А он тогда в субботу не сможет же зайти? А я же КД только что повесил. Уже. Да, он КД же уже повесил. Ну только на двух же боссах. И чё? Это не так работает. Ещё? Жидкий. Давайте локом. Ну, шикарный урду. Ну давай локом. ЕПшку просто на медведя закину, даюсь. Не-не-не. Вторая ульда в субботу. Слава, вот ты РЛ, ты ГМ, ты, наверное, много устаешь, работаешь, играешь до хера. Вау. Хочешь отдохнуть, сходить? Ему КД вроде повесили тоже, да?
Охуенно. Я просто не понимаю, зачем ты, ну, типа, он же уже КД взял, оставил бы его, а кто КД не повешал еще, остался бы на субботу. Просто да, как-то... Знаешь, что говорю? В субботу ж, правда. И все. Да, отпуляйте, я лечу. Кто там чуть будет? Юля. А, все, выйду. Дайте кулак по друидам. Рокшин, дай кулак. Это ДК спрашивает. В диске сидеть ждать или... Джопу все станьте, в лужу все станьте. Говорили, спасибо. Зайти мне. Кина, подбеги прям в босса, пожалуйста. Вау. Вау. Тоже добиваем все же. Слава, ну ты там во все 32 улыбаешься. Набрали тебя народу, чтоб с тобой. Чтоб дедушка порадовался. Че, убили? Да, да. Там ботинки на трансмут прикольные подали. И плечики подали прикольные. Там плечи, да, с дракона пиздато на трансмут падали. Там они с МП5. Трэш зачистим, я джерса поставлю. Лав, тут зеленка валяется. Кому? Скуэль он чарджится, когда кадрис его корнюет, блядь. Актуал, блядь. Робота руки отваливаются. Там жив слева где-то стоит, я его въебал. На субботу. В
Дайте, пожалуйста, кулак или крик, что-нибудь. Слава, ты сильно так не радуйся. Надо сдать. Я могу тебе тоже свой скинуть, хочешь сразу? Ну, правда, ехать... Ну, вряд ли доедешь. Чего, не в гере убивать будет? Едем. Ёбнулся. Пробовщик в РДД зоне. Костя, ты там что, у него таблетки забрал или что происходит? Осколок. Это эйфория из-за того, что, короче, пришло столько людей. Понял? Эйфория радости, типа? Да-да-да. Я так и понял. Мы в комбате? Сейчас пока лужа не пропадет, комбат не спадет. Да не, дело не в этом. Я Вилаша телепортнулась и пульнула мобов нахуй. Ну ладно. Блять, ты можешь попроще быть? Помолчи. Извини, нахуй. Да нахер ничего мутка, ты можешь сам помолчать. Нахер ты каждое свое действие наносишь, я не понимаю. Ой, ты чё? Блять, может ты ещё после РТ мне позвонишь и расскажешь весь свой путь до туалета обратно? Да ты меня извини, но это пиздец, нахуй. Бля, я не могу! У меня, блядь, сейчас просто уши отвянут. Тебе что, не нравится, ну? Давай я скажу, что тебе не нравится. Мне кажется, говоришь больше ты, когда тебе мячики в инвентарь кожаные залетают. Да-да-да. Настекляем кожаных.
Бля, верните деду синие таблетки, ёбаный в рот. Бля, дед, короче, пацаны, в субботу никто нахуй не приходит. Не приходите, не приходите, у деда что-то разыгралось. Как с Калкатрисе завоевал тогда? Сука, дед, ёбнулся, бля, помогите. Нет уважения. Я не знаю, мне наоборот нравится такое сопротивление. Я тоже сижу. Замутить, но я хочу послушать ребят, блядь. Они вот это вот. А, блядь, садимся на коня, я включаю ауру коня, мы идем сюда, смотрите, а потом я портуюсь туда, нахуй, иду до туалета и туда-сюда. Блядь! Открываю пивко, наливаю стакан. Вот кому надо таблетки купить, короче. Я не знаю, меня просто рвет нахуй. Успокоительное, походу, надо человеку. Если тебе на этих рвет, может принести тазик. Не приходить. Короче, скорую вызывайте. Только чтобы не отмылся даже от него. А он на камере приедет. Вишневая семерка, неоновые фары. Лучше на пазике приехать, там это самое место много. На стеклах тонировка, блядь, да, вот это вот Катрисе, вот это вот хоть. Просто, знаешь, становится газелька, оттуда вылазит просто челики в масках. Два таких. Хочу купить себе минивэн. Не, ты чё, я сижу, угораю с того пиздежа, говори, пожалуйста, вот, не надо, не останавливайся. Молчи, пожалуйста. Не останавливайся, брат. Давай. Холокост. Оригинальный. Осуждаем холокост. Вот такой. Короче, я танку прыгну сейчас. Да, я в танка. Ну, хоть делать что? Твой сразу пан уныние такое, я понял нахуй. Да, я себя готов. Кого я вижу? Я малого держу? Я украинец, брат. Я тоже. С России где-то там. Че, репичи поперло? Хули такие гадкие, блин, а? Репичи подпиздите там. В лужу синюю ставьте АДД и пиздите его по голове. Что, типа их бафает? Да, она жестко бафает тебя. Ты просто офигеешь от жизни. Мама, ну вот. Не, я держу. В итоге сюрприз, давай в студию. А, ты скинешь пизду в рейд? Сюрприз, я люблю сюрприза. Давай, я хочу услышать, что за сюрприз. Давай, сдал. Давай, тебя подвел, типа, должно уебашить. Хорошо, это что там, у нас, что там, РНЖ?
быстро вижу. 17 секунд. Он умрет. Сюрприз это то, что ты себе сделаешь фланер и будешь хилить ТТГ с фланером? Блядь, говори уже. Дайте плечи кожаные мне. Плечи кожаные мне. Это сюрприз именно для рейда? Не знаю, дед себе осколки задонатил на фланер. Давай, рассказывай. Быстрее. Давай плечи мне. Я сделаю. Зоди. Да я все распылю. Зоди же сказал. Ой, это разролю все. Сейчас. Что там кто-то с плечами латными там? Нихуя, 35 тел онлайн. У меня, кстати, дохуя еще тоже слотов. Ну я на трэш буду рулить. Ты что там, сюрпризом ГМХМ организуешь или что? Это что-то сингл для Вайда, блядь, вот 100%, блядь. Вот. Но хотя подсказку ебанинка малейшую, блядь. Ну хотя бы направление дай куда думать, блядь. Давай так, это связано с... Слава донатил на ШМ на медведя. Не, на вала. Это связано с Волониром? Слава. Да, 100% сейчас он это будем убивать Уксарона и Слава сделать Волонир. Да, 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 да. Там прям вообще будет. Осколков на Волонир. Стой, бежит хил, понял? А ДД рассидеть по линии, вообще просто взял шотнет, блин. Правую руку сломать ему. Чё, Ванька, тебе сказали, сколько осколок? Нет еще. Ну или 150-ка, или 200-ка. В смысле сколько? А, типа с Джайн? Джайн. Так наоборот, я сразу пули здесь, да и все. Всю жизнь здесь били. Да, ассиста. Систер, колбастер, блядь. Колбастер, мама, я грандмастер. Садистик.
одного это. Хан, дроид. Дроиды не могут мечи носить. Кто будет становиться на снежок, тот чмо. Ой, я обманул. Отбой, отдай им. Дроид не может меч носить. Нет, я так себе. Я думал, что это... Огнестрел. А, сейчас. Ровист. А, ровист тоже дроид. Эпичип, значит. Эпичип. Казалось бы, последний порол, он ты победил. Победа, последний. Не наступайте на снежок. Так, кто наступит на снежок, тот бичара. Так, кто бич у нас? Пушка. Ну, блин. Витя, пушку роль. Витя. Так, просто поправочка на ветер. Фрейм у снежка больше, чем кажется. Держу просто в курсе. Справа снежок с йормингерами. Слева нет. Посох роль. Хорошо. Опять йормингер. Слева сугроб не зацепите. Так, Мэтфокс. Я понял, нахуй. Что, Мэтфокс? Что, Ванёк, слышишь, а там у тебя плечи латные МБ-5 есть? Нету. Не понял. Ой, ты куда плечи? Я понял. Вот, кинь их на ролл. Потому что, скорее всего, их не было в это время в инсте, и они это... Бля, вы бичи, нахуй вы ходите по снегу? Ты нам расскажешь, что за прикол? Ну ты будешь волонир в пасть кидать или что, блядь? Значит, для скрытный какой. Посох рольте.
заходим. Рианти. Пошел, куда уедет. Заморозка разума, и можно эту хуйню сбить? Да. Меня дисконнектнуло. Я в стане был, не мог. Берегитесь. Не бета шмотки прикольные падают. Нет, это Жульда. Он вроде брал уже, просто скажи ему имя. Он уже завоеватель, вот, контроль и все. Возьми меня. Катрисю, бери, заебал. Да. Ну, по сигналу просто в комнату. Я могу спектнуться, если надо. Кулак под друидом, пожалуйста. Всем привет. Здорово. Что там есть места? Нету. Заходите. Да нет. Нету. Ну тогда на замене. Посижу ДКшником. Опоздал. Я не опоздал. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы, я помню вас. Это было в горах. Но вы, что это?
Где я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Направо, за звездой все. Налево. Направо. Да, на лестнице. Он завоевать и вышел. Да, бежим уже. Меня убили уже, Войд, меня не хилили. Ну, меня же хилить тоже надо. Милики, левая, правая нога. Билы, блять. Боже, сказал. Чё, как дела? Меня цепуха убила. Заебал. Я мяч кидать буду, понял, нахуй? Мы тебе тоже на рота накидаем. Не месячно у меня, блять, работа ебаная, нахуй. Так увольняйся, нахуй. А вы на Геру проходите? Он сказал КД, у него 2 минуты еще. Я тоже КД сказал. Разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои, теперь вам предстоит отомстить за нас всех. Это будет непросто. Этим осуху, что ли? Я готов помочь вам. Вы должны победить. Я в шоке. Ульдафлова. Thank you.
Трейд звезде. А, точно, у меня не было. Ну, стресс, уступи качан, пожалуйста, он у меня ластовый на сет. Кому закидывать? Что привело тебя в храм Долгонет? Даруй мне силу! Спасибо. Надели моих смертных союзников мощью грома! Это же это баба семечка, блядь. Ну и без приколов убивать было. Нет, с приколами. Ну, с этим, с массовкой, короче, мы убиваем. Ну, мы в прошлый раз ее с приколами убивали, по-моему, нормально все было. Да, она легкая же. Бля, хочу сюда в Геру попасть. Да, мне в обычке нравится, прикольный рейд. Надо всех мобов здесь зачистить же. Слав, тут это в мобе этот укус до скала валяется. Укус, ну, кинжал наручный, прикольный. Вот, Зоди хотел плечи, вот получил. Вот кинжал. Они ж попадут. Ну кинжал, ну. Ваня, тебе Войт не передавал его плечи латные? Да, был, конечно. Я с первого босса. Перчатки кожаные. Тринька кому-то нужна такая потестить, может быть? Рокшейн, тебе нужен манускрипт такой? Ну, у тебя вроде неплохой манускрипт. Братик, где у тебя тоже неплохой манускрипт?
Дерево. Не надо ауешить, надо по одному убивать. Я понял. Улик заливает масухой-то. Думаю, что по мане. Снова ясен. Благодарю вас, герой. А можно сумку открыть? У меня алхимия есть. Там минут один. Еще раз, куда ты пишемся? Искра воображения. Ему нужно идти, он говорил на час.
Shadow Knight. Не могу пригласить члена другой группы. Не могу. Там Малвилания был. Вроде бы. Глеб, ты тут? Отошел. Ну вон. А ну вот. Вов, my love, мне трейдер. Слава, как часто ты спускаешься вниз? Я тебя понял. Могу не задавать впредь глупые вопросы. Почему я... Шадунай, почему ты хочешь порулить? Почему? У меня лагануло, одну секундочку.